Ну что, не прошло и 2 лет, как мы наконец-то сделали в кухне полочку. Ту, которую мы покупали в Хофф, как аккурат 2 года назад. Немножечко поцарапалась тут, пока мы прибивали, вызывали мастера. Сначала сделали на такой вот высоте. Вот такой прогал был между полками. Но что-то мы с мамой подумали и решили, что лучше сделать такой небольшой прогальчик, чтобы у нас гармонировало вот с этой полосочкой, ту, которую я красила этой весной. Ну и как бы получилось, вот такая кухня, еще вот такие баночки мы подкупили. Мамины любимые черные буковки на белом фоне. Валеруа. Что тут у нее? Тыквенная каша у нас сегодня на завтрак была. Печеночка для Челсика. Все стоит на плите. А, вот еще пальму. Помните, у меня была большая пальма, на фоне которой я рассказывала свои ролики. Вот отросточек от нее мы выкопали, поставили в воду, будем заново выращивать. А большую посадили во дворе. И там у нас с окна. Из окна видно ее. Теперь, надеюсь, она вырастет там. И мы будем любоваться. То есть вот такая вот у нас кухня получилась. Вот тут в углу еще всякое собачье, пакетики, всякие у нас коробочки. Надо будет какой-то еще шкаф боковой поставить, чтобы все это сложить. Собачьи всякие корма. Ну, в общем, еще есть над чем работать. И полочку, про полочку мама расскажет, что тут у нее, какие чашечки она привозила из Лондона. 30 раз была в Лондоне, говорит, посчитала недавно. И вот все эти красивые чашечки, баночки она привозила каждый раз с собой. Сейчас я закрашу вот это, чтобы не смущало. Фрукты, как всегда, должны быть у меня на столе. Ну, на балкон сейчас выйдем, покажу, что у нас там растет и как я эти фрукты покупаю заранее, потому что они неспелые, и спеют они у меня на балконе. Цветы, вазочку эту тоже я заказывала на eBay. И тут мама часто сидит по вечерам, по утрам и читает 17 мгновений весны. Ну вот такой вот у нас получился интерьер на кухне. И еще у нас есть обновочки в ванне, тоже покажу. Воды горячей третий день нет, кастрюля стоит непомытая после того, как мы мясо варили. Ну вот пока вот такой у нас дизайн на кухне. Еще я все пытаюсь повесить картины в коридор, но там тоже надо сверлить дырки, вызывать мастера. Мама пока против того, чтобы картины висели, рамочки куплены, фотографии сделаны, но, говорит, будет захламлять стену в коридоре, поэтому пока не будем, наверное, вешать. А там, может, и до этого руки дойдут. С кухни все, идем на балкон. Ну, на балконе погода у нас сегодня хорошая. Показываю, что мы посадили. Помидорки. Это мы, по-моему, сами сажали. Петрушечка растет у нас. Тут у окна. Укропчик весь уже почах. Надо полить. Как всегда стоит моя елка. И вот помидорищи выросли, вымахали огромные. Мы их во дворе нашли, кто-то выставил у мусорки, видимо, увозил на дачу и вот лишнее оставил. Мы взяли их себе, вот уже начинает зацветать. Посадили в большой горшок. 3, 4, 5 огромных кустов. Будем скоро собирать урожай. Так, ну это комнатный цветок. Еще помидорки, традисканцы, алоэ у нас тут растет. Еще помидоры. Вот такой цветок у нас огромный. Тоже растет. Ну, в общем, такой у нас уголок сделали.
И вот тут вот я держу свои заранее закупленные фрукты, которые всегда покупаю по скидке. Киви у меня мама любит, купила вчера в 7 шагов за 89 рублей килограмм. Персики обожаю есть летом вместе с арбузами. Покупаю их такими тверденькими еще. И они у меня за 2-3 дня зреют, начинают быть вот мягенькие уже. Можно сегодня скушать. Возьмем. Вот, вызревают тут у меня. И потом идут на кухню в мою тарелочку с фруктами. Вот такой у нас огород на балконе. В спальне наконец-то я повесила свою картину. Теперь она у меня висит над полочкой с книжками. И тут у меня всякие лондонские прибабахи, цветы, живые, искусственные. I love Chelsea. Кстати, ролик о Челси скоро выйдет на моем канале. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. Portobello Road. Это, помните, я рассказывала, купила на eBay такую вывеску. Кенсингтон и Челси. Все у меня связано с районом, в котором я прожила более 3 лет. Или даже 5. Ну и всякие книжки. Вот есть у меня, кстати, книжка тоже на eBay заказывала. All About London. Кристофер Вин. И много тут всяких интересностей про Лондон, которые можно читать, перечитывать. Но у меня руки не дошли пока еще до этой книжки. Вообще читать очень мало стало. Только по утрам получается там уделить полчасика. Часик, и то не каждый день. Но недавно прочитала интересную книжку, «Перекресток» называется. О смысле жизни и о том, как найти свое счастье. Тоже интересная книжка, рекомендую. Автор Чипыга, по-моему, или Чипыгин Владимир. Так, взахлёб прочитала за 2 дня. Ну и книжка, кстати, да, на английском языке. Буду читать, когда не будет интернета. Вот это моя любимая книжечка, по которой я писала диссертацию. Решила тоже себе на eBay купить. «Инноваторская дилемма». Это о взрывных технологиях. Есть еще вот такие у меня книжки. Сверху они вот черненькие, потому что в пожаре горели. All About England и The River Thames. В общем, обо всем постепенно рассказываю, показываю на своем канале Little Book of London. Вот эта книжка моей хозяйки Виктория. По этой книге в Англии недавно был снят сериал о королеве Виктории. И здесь она мне оставила автограф. For Nastya with many, по-моему, love. И написала Daisy XXXX, это называется «Целую, целую крепко». Ну, вот такие вот у меня книжки. Здесь различные книжки по культуре. Ну, так как я культурник, философия, Толстой, Остин. Моя любимая коллекция Артура Хейли. И вот Жюль Верна. Пока не дошли руки, тоже хочу почитать. Вот это «Мифы древней Греции» я читала, когда обучалась в своем первом университете, Самарская академия культуры и искусств. В общем, много всего. А тут я с Джелочкой, с моей предыдущей собакой. Это я приезжала в 2017 году к маме на каникулы. Кувыркались мы с ней в снегу. Вот такие вот пироги.